Здравствуйте, гости нашего канала. Решили показать вам обзор на нашу покупку по истечении 6 месяцев. Все-таки очень довольны мы остались утюгом Тефаль модели FV9867, потому что за все 6 месяцев использования минусов я так и не обнаружила. Утюг мне очень понравился, потому что, сравнивая с другими утюгами, их было достаточно у меня, чтобы было с чем сравнить. И хочу поделиться вам его замечательными качествами. И если вы все-таки решитесь потратиться на утюг, то это достойная покупка, по моему опыту. Вот. Что хочу сказать? Ну, давайте начнем со шнура. Шнур у него достаточно длинный. Для того, чтобы осуществлять глажку, не знаю, в длине у меня проблем не возникает. Что еще? Утюг сам по себе тяжелый достаточно, что тоже является плюсом, потому что меньше усилий при глажке. Тем тяжелее утюг, тем меньше нужно прикладывать усилий, чтобы отгладить какую-либо ткань, особенно пересушенную или какую-то сложную. Вот. Что еще мне понравилось в этом утюге? Это вот такая вот отдельная насадка для деликатных тканей. Очень большой плюс к этому утюгу эта насадка дает, потому что если раньше, отглаживая брюки или, допустим, еще какие-то тонкие деликатные ткани, я использовала влажные марли или какие-то тонкие ткани, тряпочки, чтобы не навредить этой ткани или чтобы не оставалось, допустим, на брюках или на джинсах таких вот гладких скользящих следов после утюга, вот эта насадка дает очень хороший эффект. Что еще хочу сказать про этот утюг? Этот утюг отлично отпаривает вертикально. Справляется он с этим на все 100%. Паровой удар у него очень мощный. И, допустим, сейчас я глажу деликатные ткани и что еще? Пиджаки в основном, школьная форма. Глажу только на вертикальном отпаривании. То есть он справляется на все 100% с этим. Дальше я бы еще хотела отметить, что есть у этого утюга вот такой вот фильтр для сбора накипи. Отличная штука. Вытаскивается несложно, нужно его просто под краном ополоснуть, чтобы промыть этот фильтр от накипи. Вот такой вот фильтр. Вставляется тоже несложно. То есть накипь в любом случае будет собираться в утюге, ей нужно куда-то деваться. Если раньше из обычных утюгов, которых нет такого фильтра, он вытекал через эти дырки, попадал на ткань, то сейчас в этом утюге есть фильтр. Это тоже очень большой плюс. Ну и сама подошва, вы видите на видео, она просто идеально гладкая. Легко скользит, поэтому глажка у меня занимает сейчас очень мало времени, потому что отглаживается все очень быстро. Ну, еще отмечу, что мы покупали зимой, в декабре, перед Новым годом, в конце 2019 года, этот утюг в М-видео. Отдали мы за него 8990. На самом деле он стоил немножечко, ну, даже не немножечко, а намного дороже, но у нас был купон подарочный, плюс еще у нас был
промокод на какую-то скидку. Сейчас точно не скажу, потому что покупкой занимался муж. Но я сейчас загуглила, посмотрела, сколько он стоит. Просто зашла на Яндекс.Маркет, и мне выдал цену 10, сколько? 10 990, да, 10 990. Ну, во всех магазинах бытовой техники цена скачет по-разному. Поэтому еще мне что нравится, у этого утюга отличный дизайн. Также этот утюг не страшно оставить дома выключенным. Если вы его оставили вот в этом положении, в вертикальном, то он выключается через 8 минут бездействия. То есть, если он стоит 8 минут, и вы его не трогали, он автоматически отключается. Если же в этом положении вы его оставили включенным, то ровно через 30 секунд он отключается. Через 30 секунд без движения. Это тоже немаловажная характеристика для утюга, я считаю. Также у него есть антикапель, как-то он там правильно называется, антикапельная система, то есть из утюга не льется. Это действительно работает, я подтверждаю. Ну и что здесь? У нас носик опрыскивать. Вот кнопочка. Подавать воду, опрыскивать. Достаточно большая дырочка для заливания воды. Удобная большая. Воды вмещается много. Кто-то, я когда покупала, читала отзывы, жалуются, что вода быстро расходуется. У меня еще не было такого утюга, где вода быстро не расходовалась. Ну, я не считаю, что это большой какой-то минус. Воды достаточно хватает для какого-то там количества белья, глажки. Поэтому... И еще здесь три режима пара. Ну вот, надеюсь, рассказала вам все, что вас могло интересовать об этом утюге. Поэтому буду рада, если вам чем-то помогла. Я считаю, что утюг стоит своих денег, и было бы отлично, если бы он служил очень много лет, на что надеюсь. Так, глажка с этим утюгом доставляет только удовольствие. Всем спасибо за внимание, до свидания.